Практическая проктологическая школа «Прокторус» прошла 6 февраля на базе учебного центра НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Она была организована Российским обществом эндоскопических хирургов, Международной школой практической хирургии и Первым медицинским каналом. Курсанты, которые приезжают к нам со всей страны, получают уникальную возможность буквально в течение одного дня получить максимальный набор практических навыков, необходимых для лечения геморрагической болезни и позволяющих предложить каждому пациенту индивидуально подходящий идеально для него способ лечения геморроя. Благодаря лекторам и менторам участники смогли узнать больше о новых методиках лечения геморроидальной болезни. То есть многие должны быть так, чтобы вам было комфортно вывести таз, должен быть проведен. Мы с ребятами непосредственно отработали малоинвазивные навыки. Это такие, как склеротерапия, это лигирование, дезартеризация. И также будут еще отработаны навыки по прецизионной геморроидэктомии. Школа «Прокторус» позволяет также отработать необходимые навыки в ветлаб, то есть на живых тканях. Тут человек может подержать в руках лазер, попробовать, что такое холорар, попробовать отсекать на свиных попах геморроидальную ткань, так, ну, сделанную благополучно нашими коллегами. Они понимают опыт, они в руках держат инструмент, они получают эмоции и опыт. Это поможет всем нам качественно лечить пациента. Все участники школы получили не только возможность совершенствования в профессии, но и сертификаты с баллами непрерывного медицинского образования. За предыдущие школы мы обучили более сотни курсантов, это уже серьезный результат. Наша команда менторов способна обучать курсантов качественно и прививать им любовь к профессии и заряжать энергией. Школа «Прокторус» становится традиционной. Здесь важно то, что очень хорошее совмещение практики и теории, и все это происходит в формате живого общения. Поэтому, на мой взгляд, для врачей и для молодых хирургов и для опытных хирургов здесь одинаково степени интереса и обмена мнением, и обмена опытом, ну и просто контакт. Все идет как бы на благо. И спасибо организаторам, которые так систематически вкладывают силы и душу в проведение этого мероприятия. Мы сразу можем обучить врачей и теории, и практике, что очень важно и что очень является уникальным моментом в современном обучении колопроктологов. И, наверное, дальше это будет очень востребовано. Я надеюсь, что дальнейшие наши школы с новой программой будут иметь такой же успех, как то, что мы делаем сейчас. Программа школы ориентирована на хирургов-колопроктологов, хирургов общего профиля, ординаторов и аспирантов хирургических специальностей. Когда вы получаете сертификат колопроктолога, когда его получаете, то, мне кажется, каждый обязан пройти амбулаторный врач, который осуществляет амбулаторную помощь, такой вот курс для того, чтобы быть во всеоружии. Вы за один день узнаете, как правильно диагностировать геморрой, как правильно его лечить, как делать лигирование, как делать склерозирование, как делать холорар, как делать лазерные операции, как делать операцию имени товарища Лонга и, естественно, наши любимые миллиганные органы с самым современным оборудованием, будь то ультразвуковым скальпелем или какими-то другими энергиями, а также увидеть от 2 до 6 операций в режиме живого времени для того, чтобы на следующее утро проснуться и понять, я стал лучше, я точно понимаю, что такое геморроидальная болезнь, как ее лечить, и моя практика завтрашнего дня станет еще интереснее и более правильной. Следующая школа «Прокторус» запланирована на апрель этого года.